Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, всем привет, как вы поняли, сегодня у нас будет новый видосик по Родина РП, реально очень классный видосик, как всегда веселый, интересный, поэтому смотрите это видео от начала до конца, также не забывайте ставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал, потому что я очень хочу добить 19 тысяч подписчиков, потому что на 19 тысяч подписчиков я сделаю очень классный конкурс, поэтому кто не подписан на канал, возьмите и подпишитесь. Сегодня для вас будет, грубо говоря, новый формат, потому что я такое записывал когда-то, но не с друзьями. А я сегодня записал со своим знакомым, короче, со своим другом, можно сказать, Саней, видосик «Гоночки на деньги». Но мы хотели через систему, у нас это не получилось, поэтому мы решили сделать по-своему. Как это было, вы сейчас, в принципе, видите. У меня к вам есть только один вопрос, на который вы должны ответить в комментариях. Если здесь будет много лайков, если вам понравилось это видео, если вы хотите еще такое увидеть, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Потому что, мне кажется, получилось очень интересно, и можно это сделать отдельной рубрикой. Можно потом это сделать пятером, можно 10 человек. Короче, можно сделать реально такую рубрику гонок, на которых мы будем как бы угорать, будем гоняться друг с другом. Можно будет сделать какой-то призовой фонд. Я считаю то, что эту тему нужно развивать. И если вам это видео зайдет, то я обязательно этим займусь. Поэтому смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра. А тех, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас Санечек будет отдавать свои бабосики. Подожди, где Казик находится? А, в этого. Так, вы действительно хотите принять участие? Саня сейчас бабосики проиграет. Лошара. Хуй тебе. Блять, а я что-то забыл, куда ехать. Подожди. Так, вроде я правильно еду. Не, сейчас ты мне бабосики проиграешь. Бля, я походу не туда поехал. Сука, куда эта дорога ведет? На красный можно, по полям нельзя. Бля, я такой круг наебашил большой, пиздец. Хотя ты сейчас где-то возле СТО едешь по-любому. Я бы уже давно проехал. Попизди мне. Не, походу ты маршрут получше выбрал, чем я. Но я не сдаюсь все равно, я думаю, в принципе, может я и выиграю. Ну, там где около автобазара. Я разъебался. Понимаю просто, понимаю, тупо разъебался нахуй. На карту зайди, смотри, Димит. Нет, не я. Ко мне только же школьник подъезжает такой, стой, сука, ты ехал по встречке, говорит. А ты, походу, ты ехал по встречке, да? А он тебя ищет, беги, блядь, Саня, беги там, блядь, пиздец, гопник, нахуй, маленький. А где, подожди, Димит, короче, давай переиграем, блядь. Как отменить гонку? Сейчас я ты пэкнешь, Димит. Он за мной едет, ля-ля. Подожди, дел, я хочу поугарать. Давай постоим, подожди, постой. Послушаем, что он будет говорить. Слушай. Подожди. Даун, блядь, понял? Саня, ты даун, понял, блядь? Смотри, тебе пизда сейчас будет. Ай-яй-яй, не хочу, не бей, пожалуйста, умираю. Ладно, поехали. Сейчас на метку ты поехнешь, тебе бабки дам. Так, автошкола, больница Арзамаса, больница Эдова. А я не знаю, где там больница. Так, мэрия, полиция Арзамаса, казино, завод, грузчики. Бля, что-то мало здесь локаций на самом деле. Подожди, мэрия где находится? Авторынок сделали. В натуре, сделали бы авторынок. Пошла, родная, в пляс просто. Бэха, тащи, блядь. Нет, охуенно, что мы на одинаковых машинах едем. Ну, типа, все равно сильно. Сука, метка сзади, блядь. В смысле? Ля-ля-ля! А, бля, я понял, короче. Они все, они метки не поменяли, походу. Блядь, ну ёбаный, а как я туда на воду попаду? Бля, давай тогда без системы будем ехать. Вода, автобус, до порт Владкалина, знаешь, где порт Владкалина? Давай, на счет три. Раз, два, три. О. Ну, бля, просто системы нету, приходится так, пацаны, делать. Ай, штрафы. Дядя, проедь. Что-то Тесла не едет, ебать. Там, мне кажется, даже фон не нажимал. Давай, родная, давай. Ебать, ты видел, как я пролетел? Чувак, я тоже. Я тупо бочком, нахуй, как батя просто. Батя на бочком тут пошла уже, ебать. Опа. Давай, разгоняйся. Бля, ты меня догоняешь. Мне это не нравится, ебать. Обгонишь ты, я не знаю кого, но он точно не меня. Я тебя уже обогнал. Да как, блядь? Мы же не в НФС играем, тут нету, типа, этой хуйни, знаешь, типа, за кем-то едешь и быстрее. Сейчас тут опасный поворот будет, ебать. А я тут умею, я намирал в лесу, блядь. Умеет он, я вижу, блядь. Прямая, сука! Давай. Надо заехать в порт. Кто первый заезжает, тот выигрывает. Давай. Сука! Давай! Ничья!
отвечаю. Ебать, это было эпично просто. Я уже психанул, думаю, через кусты нахуй поехал. Ебать. Так, чинись, короче, давай. Давай, раз, два, три. Интересно, куда ты поедешь, ебать. Ах ты, сука. Сука, я перевернулся. Давай заново тогда, какой у тебя иди там. Теперь тоже тиранитра нету. Раз, два, три. Бля, как ты меня там в туннеле обогнал? Я вообще хуй знает, реально. Это какая-то, блядь, магия просто. Магия мне формация. Давай, 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 давай. Пошла, 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 пошла. Смотрите, он сейчас меня обгонит, мне кажется, в туннеле. Аккуратно там стри. Че ты по встречке едешь, Алёш? Сейчас, блядь, словишь, ебать, какого-то рыжика и пизда тебе просто. Блядь, я дерево. Я видел. Березу словил. Я думал, ты через трассу поедешь, сука. Не, что, типа по прямой, чтобы без светофора, без людей, типа. Блять, 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 блять! Ебать, меня занесло, нахуй. Ты, блять, сейчас можешь меня обогнать. Не, сейчас автобус выйдет на встречку, ебать. Это не, ебать. Вот смотри, по встречке, ну, чувак едет. Сейчас, блять, выйдет и пизда. А не, повернул. Молодец. Блять! Автобус! Ну, Саня сегодня сосёт что-то в вонках. Правда, мы два раза просто так погонялись вообще. Бля, где нитро, сука? А, у тебя нитро включилось, тебя развернуло, понимаю. Вот в нужный момент ты нитро вырубаешь, по прямой хуй. Так, давай, раз, два, три. А нитро где, блядь? У меня нитро закончилось вообще. Аккуратно, 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 автобус. А, нитро у тебя появилось, честно, сука. Нет! Нет! У меня нитро нету. У меня нету нитро. Чисто фартануло на прямой. Ебать, он ушел просто. Блядь. В кювет. Давай, 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 давай. У тебя нитро до сих пор есть. Нет уже. Опа! Сосать! Ой, ой, ой! Ебать, светофор разбил, прикинь. Нитро нету, нету нитро. Стоп, стоп. Нет! Давай! Ты не туда! Давай! Сука! Блять! Нахуй ты так делаешь? Сука, ты меня... Из-за тебя я был на первом... Блять! Ай! Сука! Да твою мать! Ну я старался на всю катушку, сука! Лучше бы тебя таксистов ебать. Фу, бля, ну это потно, конечно. Давай сейчас последнюю гоночку. Раз, два, три. Ух ты, блять. Не, ну с места нормально ебашит. Блять! Ах, ты меня потирали. Сука, сука. Хотя нет, сейчас ты пока объедешь, я в принципе уже заеду. Сука, автобусник ебаный, блядь, ебись нахуй. Он, блядь, мешает проехать, я не могу. Твои проблемы, братан. Сука, ни справа, ни слева, блядь. Сука, давай. У тебя нитро есть, сука, ты гнида, блядь. Есть, у меня показывают, есть. Ну это походу что-то, блядь, родину додосит, серьезно. Давай, давай, начинай догонять, начинай догонять, начинай догонять. На Б надо, короче, заехать. Блядь, Саня, ебать ты, сука, у тебя лучше позиция заезжать. Блядь. Сука ты, скотина, блядь. Ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Если вам понравились такие видосы, то поставьте лайк, там, подпишитесь на канал. Если здесь будет много лайков, то мы еще с Саней запишем, либо и с кем-то еще. Можно будет втроем записать, тоже будет охуенно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.